Как вы думаете, зачем птицам подбирать окурки? В этом нет никакого смысла, казалось бы, но на самом деле североамериканские вьюрки и домовые воробьи используют их для строительства гнезд. Ученые предполагают, что это нужно для того, чтобы отпугивать паразитов. Это птичьи клещи, их очень много, но они сосут кровь и повреждают кожу, а также перья птиц, ну и еще и их детенышей. Кроме этого, они являются переносчиками внутренних паразитов. По той же самой причине птицы в дикой природе используют, естественно, не окурки, а сильно пахнущие растения. Но у городских птиц, конечно, выбор материалов гораздо интереснее. Однако существует обратная сторона медали. Никотин и другие содержащиеся вещества в окурках все-таки токсичны и ядовиты для птиц и могут вызывать заболевания.